Я с этим абсолютно согласен, потому что такими вещами не шутят на самом деле. Патриотизм – это не там жук чихнул, в общем-то, да, то есть взять нашего самого главного такого заклятого друга в Соединенных Штатах Америки, допустим, там с этими вещами точно не шутят, там с самого детства дают понять, в общем-то, что вы живете в великой стране, которой надо гордиться. Ничего плохого в этом нет, ерничать здесь не над чем. Вот. И наоборот, с них надо нам брать пример в этом смысле, потому что у них в любом огороде, в любом палисаднике первое, что висит, это американский флаг. Они его там с утра поднимают, вечером опускают. Ну, как бы, я не к тому, что фанатизм нужен какой-то, да, но, в общем-то, патриотизм по-любому должен прививаться с детства, и это очень хорошая инициатива, что исторические фильмы будут выпускаться под контролем. Потому что я лично знаю нескольких как бы режиссеров, которые выпускали исторические фильмы такие, я не буду сейчас называть, что просто вот в туалет сходить хочется после этого и спустить туда эти фильмы вместе с режиссерами. Вот, поэтому я считаю, что это очень правильная инициатива. Если ее будут нормально выполнять, это будет просто отлично.